Главным мероприятием стало посещение стройплощадки «Экспо-2017». Строительство казахстанского павильона уже подходит к завершению. Он станет образцовым проектом, основанным на использовании зеленых технологий. На 60% это здание будет обслуживаться за счет природных ресурсов. Международный павильон, у нас их 4. Это С1, С2, С3, С4. А сзади меня находится сфера. Это единственный центральный, значит, объект, называется комплекс «Казахстан», «Астана Казахстан». Значит, общий диаметр сферы составляет 80 метров. Тоннаж металлоконструкции составляет 12,5 тысяч тонн. Значит, фасад, полностью квадратура фасада составляет 20 тысяч квадратных метров. Рядом с казахстанским павильоном расположились и международные. Их строительство уже завершено. 5 павильонов успешно переданы участникам России, Турции, Германии, Венгрии и Китаю. И уже в январе страны-участники начнут заполнять пустые помещения. Сердцем международной выставки «Экспо-2017» является вот эта сфера. Высотой более 100 метров, диаметром 80 метров. Отличительной чертой этой сферы является то, что на самой верхней точке будут установлены два генератора, которые будут вырабатывать 47 киловатт электроэнергии. Рядом с выставочным комплексом построен экспо-городок. В него входит 42 дома со всей необходимой инфраструктурой. Квартиры также благоустраивают под ключ. От мебели, предметов интерьера до посуды. Все делается для удобства гостей. На время выставки здесь будут жить международные участники. Стоимость аренды за месяц составляет от 575 тысяч до 1 миллиона 78 тысяч тенге в месяц. На сегодняшний день у нас зарезервировано 309 квартир международными участниками. Вот буквально до вашего приезда приезжала делегация Японии, которая смотрела квартиры. Она сейчас, я думаю, после ознакомления с квартирами сообщит нам, какое количество квартир она забронирует. Все построенные здания в дальнейшем получат вторую жизнь. Квартиры в жилых комплексах продадут, а на базе высокотехнологичной инфраструктуры «Экспо-2017» будет создан финансовый центр «Астана» с особым статусом. Впрочем, часть музейных павильонов останутся, и после завершения выставки туристам будет на что посмотреть. Благодаря «Экспо-2017» Казахстану предоставляется уникальная возможность открыть новую страницу в истории человечества, новую экономику, основанную на безопасной и доступной энергии будущего. Алимхан Дюсенгалиев, Ильдар Жунысканов, информационная служба телекомпании «Утрар», Астана.